Проект «Новые электрические машины» представляет. Сегодня 26 июля 2019 года, время московское, 16 часов 57 минут. Мы с удовольствием представляем вашему вниманию новый тип электрической машины, мотор с фазосмещенным ротором. Мы не беремся утверждать, что аналога нет в мире, но ничего подобного в информационном пространстве мы найти не смогли. Итак, короткий обзор. Электрические моторы делятся на две основные группы. Синхронные электромоторы – это когда частота вращения ротора равна частоте вращения поля статора. Жесткое синхронное взаимодействие. Можно сравнить с зубчатой передачей. Чаще всего на сегодняшний день частота вращения вала двигателя синхронизируется датчиками положения ротора, датчиками Холла, которые находятся в самой активной части мотора, то есть внутри него. При выходе из строя датчиков Холла нужно снимать весь мотор, разбирать его и производить замену. Это снижает надежность мотора и увеличивает сложность и время ремонта. Асинхронные моторы, частота вращения ротора всегда ниже частоты вращения поля статора, то есть всегда есть проскальзывание ротора в поле статора. И, соответственно, всегда есть электрические потери. Скорость задается частотным регулятором. Чем выше частота, тем выше обороты. Синхронные машины более эффективные, крутящий момент набирают со старта, а синхронному мотору, чтобы выйти на механическую мощность, нужно набрать обороты. Перед вами прецедент. Мотор, который работает как синхронный, но не имеет датчика Холла, а вращение задается частотным регулятором, как у асинхронного мотора. В моторе скорость ротора равна скорости вращения поля статора. Но имеется угол фазового смещения отставания, но только угол, без проскальзывания. Величина этого угла варьируется от 5 до 30 градусов в зависимости от механической нагрузки. Этот мотор имеет следующие параметры. Вес 2,8 кг, диаметр 180 мм, ширина 35 мм, мощность 1,5 кВт. Напряжение до 500 вольт при частоте 2500 Гц. В этих показателях частота вращения мотора 6000 оборотов. На нашем столе сегодня трехфазный трансформатор и промышленный преобразователь частоты для асинхронных двигателей 50 Гц. При 50 Гц мы получаем напряжение 10 вольт, и нам доступны обороты 120 оборотов в минуту. Если бы преобразователь мог дать частоту выше, мы бы продемонстрировали вам весь диапазон оборотов, что обязательно сделаем в дальнейшем. Мотор с мощным крутящим моментом, высокоскоростной. Величину рабочего напряжения можно менять изменением схемы включения обмота. Без датчиков Холла. Повторяюсь, работает как синхронный, но со смещением фазы ротора. 1,5 кВт в весьма небольших массогабаритных характеристиках. Мотор вращается в обе стороны с одинаковой производительностью. Вот показываем вращение в другую сторону. Вращение в обе стороны с одинаковой производительностью – очень важная характеристика электромотора. Данный мотор – это новейшая разработка и новейший работающий прототип в проекте «Новые электрические машины».